Меня зовут Ксения Шевцова, я артистка балета театра Станиславского и Немировича Данченко. В нашем, наверное, человек 50 точно есть. И практически все носят пластиковые пуанты. Мне нравятся эти пуанты, мне в них удобно, и я не хочу их менять. Я могу сократить выброс мусора. Выдали очередную партию пуантов, я сразу вытаскиваю пластиковые всякие штуки лишние и складываю пару в пару, в пакетик и в склад. Я поняла, что это очень много. Из каждой пары, из каждой туфельки нужно вытащить еще пластиковую форму, потому что одна балерина использует довольно большое количество пуант. Если у тебя стоит каменный цветок, нужно покрасить пуанты в зеленый, в фиолетовый, нужно бежевый. Кто-то любит совершенно новые пуанты. Это все индивидуально. Если раньше я могла позволить себе, когда стояла в последней линии, ладно, там ленточка пришита черными нитками, только что оторвалась, то сейчас это нехорошо. И невозможно сказать человеку, заставить его делать так или иначе, как делаешь ты. Можно предложить ему альтернативу, чтобы потом он может просто их сдать. Изначально эта акция тоже была задумана так, что если в нашем театре это получится, то тогда это можно расширить. Иначе предлагать людям непонятно что, как бы это, ну так, пш. В нашем театре все подключились и стали скидывать это в отдельный бак, который мы придумали для использованных пуант. Бывает, я заглядываю в бак, и там просто пуанты не разобраны совершенно. Но хорошо, что уже не выкинули. Я не поленюсь, в принципе, и вытащу. Планировалось собрать этот бак и отвезти просто на переработку, потому что нет маркировки. То есть я не знаю, в какой контейнер их сдавать. Год прошел, и он наполнился доверху. У нас не так много людей, как в Большом или в Мариинке, например. И все равно это целый бак. То есть, в принципе, это реально.